Твери презентовали книгу «Фотография Тачалова. Тверь. Начало 20 века» в объективе фотографа на открытках, фотографиях и в архивных документах. Издание посвящено жизни и творчеству известного фотографа и выпущено к 150-летию со дня его рождения. Подробности у нашего корреспондента. Иван Тачалов создал более 70 фотографий, сохранивших исторический облик Твери. Летом 1909 года в Кашне и Кимрах он фотографировал праздничные мероприятия, связанные с возобновлением церковного почитания святой Анны Кашинской. В 1915-м снимал прибытие императора в Тверь. Собрать воедино все творческое наследие решила правнучка фотографа Виктория Бурмистрова-Тачалова, которая и стала автором книги. Иван Александрович Тачалов занимался рядовым работой. Жил он с 1906 года в доме на пересечении Трехсвязской и Новодорской улиц. Его фотостудия располагалась на втором этаже. И, собственно, этот дом сохранился до наших дней. В нем сейчас расположены кафе. Как рассказала Виктория, информации про дедушки у нее практически не было. Поиск начался с нуля. Сначала нашлось только две фотографии, которые она видела еще в 15 лет. А в итоге сейчас книга содержит около 400 иллюстраций. Впервые представлена полная коллекция старинных открыток с видами Твери и ее окрестностей. Снимки дополнены комментариями об интересных местах города, актуальных событиях и жителях того времени. На презентации книги присутствовал глава региона. Игорь Руденя поблагодарил автора, творческий коллектив, который помогал создавать книгу. Всех, кто оказал содействие в ее издании. Фотографии нашего города дают нам возможность увидеть, как изменилась Тверь за столь долгое время. Перелистывал две страницы, смотрел на фотографии. Очень интересно, лица людей, такие вот семейные композиции, когда люди находятся на улице, фотографии людей, наши уличные. Какие-то виды, мост Староволжский, очень интересный, собор наш с разных сторон. Читатель сможет узнать об искусстве создания фотоснимков и секретов фотосъемки начала 20 века. В свою очередь автор передала в дар Тверской области 30 книг.